Работай, действуй, информируй. Отныне под этим лозунгом проходит информационная работа Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов. Главная задача заключается в успешной деятельности на всех уровнях. Напомню, что вопрос о состоянии информационной работы в профсоюзах и путях его улучшения был рассмотрен еще в прошлом году на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Так, итоги за первый год работы в рамках этой задачи в нашем регионе подвели дагестанские профсоюзы. Профобъединение продолжило работу по выпуску газеты «Профсоюзы Дагестана», модернизировало свой сайт, развивало участие в соцсетях, в частности в Facebook. Сформирована профсоюзная группа в WhatsApp. Задача на ближайшее время – увеличить подписки на газету «Солидарность», внедрение и использование современных информационных технологий, а также обучение профсоюзного актива основам информационной работы.